делать еще и промежуточные встречи с Советом молодых ученых с участием моих заместителей, министров. Зря мы не приглашаем не только молодых ученых, но и старших ученых. Безусловно, в первую очередь этот праздник воспринимают своим те, кто имеет к науке непосредственное отношение. Это исследователи, это работники различных научных организаций. Но я хотел бы обратить внимание, что это один из немногих праздников, который не позиционируется как профессиональный, как отраслевой. День российской науки так и называется во всех официальных документах. День российской науки. И на самом деле в этом есть правильный смысл. Это, по сути дела, наш общероссийский праздник. Это дань уважения истории Российской Академии Наук и всех ученых, российских ученых. Ну и, конечно же, дань уважения подтверждения особого отношения к российской науке сегодняшнего дня. Было предложение распространить пушкинскую карту на аспирантов. На самом деле инструмент есть, можно воспользоваться картой студента, городской картой студента, дающей право проходить проезд. Уважаемые коллеги, с нашим общим праздником, общероссийским праздником. С Днем Российского!